читать стихи. Здравствуйте, меня зовут Леборская Александра, учусь я в моем лицее города Фрязино, буду читать стихи Александра Твардовского «Дом в отце». Столько было за спиной городов, местечек, сел, что в село свое родное не заметил, как вошел. Ни один вошел со взводом, не по улице прямой, под огнем, по огородам добирается домой. Кто подумал бы когда-то, что достанется бойцу заряженную гранатой к своему ползти крыльцу? А мечтал он, может, статься, дойти путем другим. У окошка постучаться, штатным гостем дорогим. В гречке то с усмешкой притаится, замереть. Вот жена, по тьмах от спешки, дверь не может отпереть. Видно, знает, кто тут сидит за косяком. Что ж ты, милая, родная, выбегаешь босиком? И слова, и смех, и слезы, все в одно сольется тут. Губам сухим слезы, губы теплые примут. Дети кинутся, обнимут, младший здорово подрос. Нет, не так тебе, родимый, заявится тебе рожь. Вернулись по-иному все надежды, все дела. На войну ушел из дому, а война и в дом пришла. Смерть свистит над головами, снег снарядами изрыт. И жена в холодной яме где-нибудь с детьми сидит. И твоя родная хата, где ты жил не первый год, под огнем из автоматов в бороденках держит свод.